Каши, йогурты, хлеб и торты – все в 3-4 раза дешевле, чем в магазине. Такая ярмарка щедрости открывается в Малиновке Тюкалинского района каждый четверг. Сюда привозят все, что не раскупили в супермаркетах. Полная машина, пожалуйста. Все вам здесь. Просрочка, хлеб, колбаса. Это видео прислала в нашу редакцию местная жительница. Срок годности у некоторых продуктов истек больше месяца назад. Но за товаром с душком выстраиваются в очереди. А тех, кто проходит мимо импровизированного прилавка, обвиняют в снобизме. Идем в администрацию. Знаете, что у вас идет такая торговля? Какая? Просрочкой. Я вам на это ничего сказать не могу. Там же эти дети, и тут же эти мамашки все. И берут, и кормят. А потом магазин приходит и говорят, у меня всю ночь там ребенок мой, живот у него болел. Впрочем, колики в животе далеко не самое страшное, что может быть после употребления просроченных продуктов. Продукты с истекшим сроком годности крупные сети должны сдавать в Роспотребнадзор. И если ведомство вынесет заключение о том, что они пригодны для корма скоту, магазин обязан снять упаковку и размельчить товар. В остальных случаях весь ассортимент нужно уничтожить. Только вот стоит утилизация недешево, поэтому, говорят юристы, бизнесменам куда выгоднее продавать на сторону протухшие продукты.